Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, на дворе у нас 17 марта. Первый этаж начали занимать уже сегодня воробьи. Это говорит о том, то, что воробьи готовятся к кладке яиц. Зимой они ночевали вот в этих елках. Ну а сейчас им нужно постоянное место, где они могут отложить яйца и ухаживать за своими птенцами. Я думаю, то, что 20 марта прилетят наши аисты, будет наша, наконец-то, встреча после долгой разлуки. И наша камера будет фиксировать такие моменты, как кладка яиц, уход за яйцами. Кто не знает, чтобы правильно формировался эмбрион, яйца нужно периодически переворачивать. И аист своим клювом это благополучно делает. Также мы увидим вылупление аистят. Опять же, будем точно знать, когда каждый вылупился, либо с каким промежутком. И дальнейший рост и развитие птенцов. Все это мы увидим в онлайн-режиме. И также интересные моменты я уже буду вырезать и делать из них интересные клипы. Так что сейчас мы в приятном ожидании.